2-0, достаточно. Случайно. Пробежал. Не знаю, если кто-то говорит, то надо слово ей ставить.
потому что ты каждый раз заходишь вот сюда по направо, ты огромный, тяжелый, ну, если бабки, то
атаку баллистик совершил. Не, я в деревню поеду, а то я не буду.
внутренний фон. Дело такое. Ты в долгосрочные прогнозы особенно смотрят. Они меняются каждый день. А температура уже сколько времени ниже плюс 7. Это уже надо ставить снизу. Если не путать, температура... Да, прибавили, не то, что ездили. А тут решили. Все. Взял сайт. Первый раз взял, что посетили. Бессрочные гарантии. То есть проход без кражи рынка, если там какой-нибудь ближе рвануло колесо, если мы сбросили на проход, то меньше 7 километров, то занимается в рынке. Если такая у них гарантия. По 7700 это колесо. Без свои, до 7 лет, и если мы решили, что то, вчера запасали. Я вообще не спрашиваю. Я выставил за 3. Точнее, я выставил запад, не звонил. Через день, не звонил. Еще поставил, чувак позвонил. Я выхожу из подъезда, стоит парень. Вот так уже тоже записывается. Открываю багажник. Это можно грузить, а мы не открываем. Не глядя, просто я взял, как все в машине. Я у нас здесь это было. До этого они стали зимние заводы. Два колеса бинтон. У меня было 1600, что два колеса не балансируются, пошли бинтон. И цвет запущен. Я говорю, видео было написано, что бинтон два колеса. Вот как бы машины проработали. Я свидетель никогда не мог продать свой год. Я, может, много ездил, конечно. Но все равно, это мало. Я и тогда... Как ты за себя мог проехать? Как ты издеваться? Это мало, не знаю. Когда ты это больше не ездил? У меня и когда было опасно. У меня сантиметр, наверное, было. Рискина. Я сантиметр стрелял. Стрелял. Конечно, на улице можно вообще.